которых должен. И доводит до правильности, до исключительной правильности. Вот эта работа на лапах должна быть. А не так, ни темп, ни скорость, ни сила удара, ничего этого на лапах не надо делать. На лапах исключительно правильность нужно нарабатывать, чтобы правильно было исключительно. Вот лапы изобрели советские тренеры. Потом они по всему миру пошли. И вот в начальной стадии обучения, когда уже кое-что ученик научился, тренер видит, что у него неправильно, иди сюда, лапы берет, вот это у тебя неправильно, давай делай так, и смотришь, чтобы было очень правильно. А не так, что силу удара, там, скорость, темп какой-то, знаешь, там, это потом уже, извини, чайники это стали. Поехали, бери. Опусти ручки, спокойно. Скорости просил тебя. Быстрые удары не делай. Спокойно делай, что произойдет. Да, плечика швыряй, плечика не была. Хорошо, здесь плечи летит. Ногами начинает летать. Вот. Ноги стартовать и таз. Молодец. Ноги и таз должны стартовать в начале удара. А потом уже все по инерции. И на передний молодец. И пешочком. Всего. Ты тяжеловес, спокойно. Подхожу, когда мне ставят удар. Вот здесь я уже готов выпрыгнуть, да? Подхожу, готов выпрыгнуть. Все, провалил. Да. Да. Молодец. Да. Да. Дергай, защищайся. Дернул передний, видел, как Серега, да? Передний дернул, вышел назад и сразу же пробил, убирая вниз голову. Шаг назад длинный и удар. Баха, смотри, дернул, выхожу, да? Да, вышел и сразу вот здесь убираю. Вот выход и сразу убирай голову и удар наносить. Да, можешь прямой удар наносить. Прямой даже лучше, длинный будет. Да. Вот сейчас уходим понемножку. Время, Баха? Хорошо. Низко, кладка. На лапках два раунда. Я думал, ты здесь, елки-палки. А? Я думал, ты здесь живешь. Я здесь. Ну это где-то 35 километров. Это и надежда для нас, это как бы все в Санкт-Петербурге, 35 километров с Черной речки, да, академики поехали, вот и все. Так что да. А для них уже другое. Первый накинь легко, да? Пам! Пам! Шагнул. Пом! Молодец!
Да, да, в ту сторону, только в ту сторону. С нормальным человеком. А два не неси, два шага, два удара, молодец, да. Два шага в сторону, два удара, молодец, хорошо. Забегай, забегай туда, да. Вот за счет вот этих ног сильные ноги в ударе. И так. Так, все. И потом, а не рука сильная. Понял. Рука только закачивает туда. Вся сила вот так. Вот. Да. Нога сильная и под сердце. Да. Не вались вперед. Просто на месте вниз руки крутанись. Да, да, да. Просто вниз под сердце уборки. Хорошо, шире на ножках, молодец. Вот сейчас более-менее правильно. Свободи, свободи, чувствительные удары. Протектор, который на фарух, не очень так сильно сдерживает. Вот этот корпус очень чувствительный удар. СД Победы — это вот работа 24 часа. Никогда нельзя думать, что все само собой приходит. Все приходит после того, как ты пашешь денно и ночно. Подержи на передней руке. Только он на тебя шагает сюда. Так его нужно, да? Да. Смотри. В эту лапу. В эту лапу. Вот контролируешь, да? Контролируешь эту лапу. В эту лапу. Он пошел вот этой рукой. Начинает бить. Ты пробиваешь здесь. Понял? Нет, встречный. Понял? Встречный. Да, да, да. Озенечко с боком. А потом боковой пробег. Надо. Молодец. Свободи, сядь, чтоб тебя ломает немножко. Чуть-чуть ноги надо разводить. Оба. Да. Оба. 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 А все глубже. Голову должен на 200% застраховать от этого. Не на 100, а на 200. О, еще ниже сядь на ногах. Да, 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 да. И сразу на боковой назад он ходи, на переднюю. Да, да, и назад. С боковым ударом. Да, 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 с боковым ударом назад. Торопиться не надо. Спокойно, спокойно. Скорости не надо. То фарух устанет. Хорошо. Чтобы не устало бегать, а?
Сядь, молодец. Молодец. Вот сейчас неплохо. Еще ниже сядь. При ударе еще ниже подняться. Ой, молодец. Ой, молодец. Вот так надо садиться. Поглубже, максимально. И длинный-длинный удар тут был. И туда можно, да, не туда. Ну тоже глубоко садиться надо. Хорошо. Один раз на голову, один раз по печени. Руки опусти, не держи руки высоко. Вот здесь я руки сел. Давай, расслабься. Глубже сесть, глубже сесть. Мягче спина, но не шире. Ноги шире. Молодец. Молодец. И на переднюю руку выходи. Да, вот сейчас голову убираешь, только все равно голова вперед идет. Она не должна вперед идти. На месте, подсел и все. Молодец. Хорошо. Вот сейчас не пошел вперед, молодец. Да, сядь на заднюю ножку, сядь и широко на ногах встать. Отлично, молодец. Вот сейчас красавчик. Молодец. Да. Тащишь на себя вот этим, щупаю. И тащу на себя, Потом дал руку, начинает человек. Бам, сразу встретил. Хорошо. Молодец. Хорошо. Ниже садись. Не экономь себя. Время. Еще разок. Хорошо. У тебя ноги твои? Или не твои? Твои? Ты ими пользуешься. Правильно тогда. Знаешь, это когда чужие ноги человек одевает, и он не может ими пользоваться. Да. Идешь, там, бам, сел, видишь, я сажусь, ножки у меня, хоп, разлетели, и голова у меня. Нам самое главное, застраховать свою голову застраховать. Не на 100, а на 200%. Все.